Приветствую всех! Сегодня у нас вторник, а это значит очередной турнир на Ческоме. Сегодня будем играть с титульным вторники. Ну и постараемся сыграть лучше, чем на прошлой неделе. Вот. Поэтому задача сегодня показать хорошую игру, поменьше зевать. Ну, а там уже как получится. Сегодня у нас очередной тур Вейканзеи прошел. Не посмотрел пока результаты, чем в итоге все закончилось сегодня. Вот, по-моему, какая-то еще партия игралась. Может быть, попозже посмотрим или в перерыве. Ну а в титульном вторнике все как всегда. Осталось 2 минуты до начала. Сейчас уже скоро начнем. Кстати, с 1 февраля будет теперь уже 2 титульных вторника каждую неделю, насколько я поняла. Притом, один будет в 9 часов по московскому времени, а другой в час ночи. Ну, сделано это для того, чтобы шахматисты с Азии тоже могли играть, чтобы всем было удобно. Ну, посмотрим, может быть, иногда буду и 2 титульных вторника играть, или, может быть, когда-то ночной сыграю, посмотрим. Это с 1 февраля такое нововведение прочла вот сегодня. Так что будет видно, как все это получится. Да, рада всех видеть, всех, кто подключается. Я думаю, еще попозже кто-то зайдет. Ну, у нас уже через начало первый тур. Так, что-то я не вижу, как этот... Куда-то чат делся. Ну, ладно, нет и нет. Так, ладно, начнем сейчас. 29 секунд. Чуть-чуть подготовилась немножко как-то. Занималась недельку. Задачи порешала уже как-то. Голова хотя бы включилась в дело. Поэтому я надеюсь, что сегодня уже получше будет игра. Ну и дебюты немножко поповторяла, там какие-то варианты посмотрел, которые на прошлом турнире не очень удались. Вот. Не знаю, дебюты дело такое, тяжело, конечно, заставить себя все это повторить, все выучить, опять, что не помнишь, да? Там их тьма вариантов. Но надо это делать, как бы ни казалось лень, что тут сказать. Сложность еще в том, что когда готовишься не к конкретному сопернику, надо все повторять подряд. И это, конечно, сложно. Все подряд повторить. Так, у нас сицилианская защита разыграна. Не знаю, может, он в 3-0 пойдет, кто его знает. А, ну да, смотрите, в 3-0 хочет агрессивно играть. Рокировку надо сделать. Это, забыл сказать, кандидат мастера из Макао. Ничего себе, из Макао. Рядом с Гонконгом, да, он? Макао, насколько я знаю, бывшая португальская колония. Находится рядом с Гонконгом, является игровой столицей. Там казино и прочее. Так, ну тут стандартная игра, я на ферзевом фланге, он на королевском, кто кого, увидим, узнаем. Кстати, хорошо, что конь не на f6, под нападение не попадет, имею в виду под пешку g5, хотя бы темп на этом выиграю. Опять a4. На конь d4 я могу взять как потом a3, на b3 ферзь c3 по черным полям,
поле b2, там перца 1, конь провиснет на d4. Ну, так и будет, может быть. Беру я 3. b3, ферзь c3 исход. Грозит мат. На ферзь c1 я смогу коня съесть. Зевнул, что ли, он это? Ферзь c1 и ферзь d4 я беру. Видите, обманула. Хорошо, сразу посчитала и зевнул он эту идею. Успешно. С лишней фигурой остался. Он h7 хочет. Ну, могу, честно говоря, наверное, в эндшпиль пойти просто. Отдать пешку. Имеется в виду ферзь b2. С другой стороны, а зачем отдавать? А, это, иначе слон h7, да? Я не могу это там. Не, он меня с темпом съест. Так, ферзь c3 я просто не хочу с темпом дать. Может, ферзь c5 тогда просто. Туда конь на c3 пойдет. Тактика наша, все. Нельзя тактику зевать, иначе позиция очень быстро разваливается. Сейчас у меня лишняя фигура. Ну, могу конь c3 вилку, да, просто ладью еще съесть. Наверное, и надо, а что там. Соблазнять на А2 съесть. Пешку. Ну ладно, коня съем. Ой, ладью съем. Шах могу еще. Даже не знаю. Ну, с лишней ладью играть как-то. Много возможностей. Ну ладно, шах дам. Ну, съем пешку. Ну, я не знаю, что комментировать. У меня лишняя ладья. Тут чистая. Знаю, что он хочет. Ну да, сдался. Ну, видите, как прочитал варианты, он на него попался. Заранее. Кстати, плохо уже, он ничего не успел. Ферзем, может, надо было убить. Ферзем конь c6, пока пойду. Ферзем надо было убить, чтобы ферзь на c3 не попал. Ферзь d4, конь c6, ушел. Пока b3 можно. Поле держать c3. Тогда было бы все более-менее у него. Так, Макрос тут мне пишет что-то на Твиче. Отправил мне смайлик Дины Беленькой. Забавно. Так, да, всех приветствую, всех рада видеть, кто подключился. Играем титульный вторник. В первом туре играла с шахматистом из Макао. Как Хикару выигрывает, естественно. Так. Ну, я даже не стала зачитывать, кто играет, потому что играют все, как обычно. Став весьма сильный. Поэтому нет особо смысла всех перечислять. Но сейчас посмотрим, кто в лидерах выйдет. Иногда буду открывать их партии. Кейс. Что за гроссмейстер? Мартин Красцев. Пешки идут вперед. Так. Почему коня не подключает? Может, коня на f4 хочет? g4 пошел.
Версия 2, конь d3 пока. Да, конь сюда. Направляется. Конь на e1 будет вынужден стоять, поле защищать. Надежда на вечный шах появилась. Не, король уйдет, наверное. А, на d4 уйдет. Подождите. Ладья e3, мат! 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 Конь e2, мат! Ладья e3, мат! Ладья e3, мат! Да что ж ты делаешь? Он зевнул уже. Мат! Не поставила она мат. Повторила ходы. Видимо, настолько обрадовалась, что там ничья. Ой, жесть, ладно. Это было жестко. Надо было ставить мат. Мат в один ход. Повторила. Притом два раза могла, да, поставить. Это было жестко. Ну ладно. Так вот, Евген играл с Wonderful Time. Ладно, сейчас начнется следующий тур. Да. Ну, он королем так уверенно побежал и в матовую сеть прибежал. Могла она выиграть. Это девушка из Ирана с ним играла. Атуза Пуркашиян, по-моему, фамилия. С Кравцевым. Так, а я играю с Харшей. Кстати, с этим Харшей, он гроссмейстер, я играла на Аэрофлоте в классику и выиграла в сицилианке Харшу. Что, мне сицилианку с ним сыграть? Ну, давай, если он сицилианку играет. Ну, он уже каракан, видите? Жизнь-то идет. Жизнь идет, меняется. Разменный вариант сыграю тут. Жизнь течет, меняется. Конь f4 напрыгнул на меня. Если отойду, что будет делать? g5, что ли? Че он хочет-то? Че он прыгнул конем? Я его выгоню ходом g3. И ушел, да? g3-то просится? Или ладья e1, g3? Давайте ладья e1, потом g3. Сейчас слонов может хотя бы разменять. Он e7. Глубокомысленные движения какие-то. g3 пойду. Так, h4, на g3 можно удар зевнуть. Поэтому... Ага, теперь он h5, видимо, все-таки захочет пойти. Может, ферзь сюда сходить с идеей конь e5. Так, что там? Что-то мигнуло. Интернет, что ли, у кого-то? У меня одна палка почему-то интернета. Почему у меня одна палка всего? Какие-то он странные действия производит, я пока не понимаю, что это вообще. Задумка в чем, ну ладно, так. Эй-эй, почему у меня один? И сюда. g7, нападем.
Похоже, он не будет вообще в короткую рокировать. Так. Ударов пока нет никаких. b4, наверное. Бредовый ход. Пока так тогда. Ну, тут в короткую он никак не рокирует это. Ну, он будет в длинную пытаться. Конь f5 пошел. Так, h5. До h5 стою я. Может вернуться назад? Нет. Давай так. Хочу из подсвязки уйти. Ферзь g5. h4. Не, ладно, не надо ферзь g5. А еще можно f3. Ну ладно, e2. h4, конечно, пойдет. Не знаю, слон f5 ударять есть смысл? Там слон g5 я пока могу. Но он слон e7 вернется. Но я сразу слон g5. Черным полям куда-то. d4 хочет, да? Поняла. Он рокировку вообще не думает, похоже, делать в этой партии. Король пока надежный достаточно. Времени много. Надо контролировать. Так. Ладно, давай бегу. По времени значительно отстаю. Нет времени разговаривать. Блин, так что ли может пойти? Оха. Нормально, но... Время. Шах пропустил. Черт, время.
Блин, не успел уход сделать! Время! Ой, да. Ну, видел, что 2 секундки. Надо бы уже или приму ставить, или чего. Ну, я просто не знала. Я не думаю, что он побьет. Я думаю, может, король G5 пойдет. Ой, хорошая партия была. Вообще не хуже, наверное, сейчас уже. Король-то у меня тоже активный. В конце просто, ну, секунды слишком мало. Надо уже просто делать ходы какие-то на прямовых. Черт. Ну, партия я довольна, потому что и перевес, наверное, был где-то. В конце, конечно, немножко это... Да, ну тут везде в белых лучше. Так, H3 тоже нормальный план. Так, ладья H1, все это тоже нормально. Вот G4, может, да, не в ту степь пока. То есть G4 зря я пошла. Теперь G5 он мог войти. Ладно, не заметил. Ну, тут все равно, ничья должна была быть. Король Е5. Ну да, я король Е5 ошибка, потому что я зевнул ход ладья Е4. Хоть ладья Д4, кстати, давал большой перевес. Закрыться просто от шаха, а потом король Е5. Ну, а здесь ничья была. Но я не успела, я не понимал, какой он ход сделать. То есть примув не поставишь, потому что вдруг он Е5 вообще пойдет. Фиг его знает, да? Король Е6 примув не поставишь. Он взял, у меня тут 1-0-4 было, оказывается. Ну, я что-то вообще просто не успела даже этот ход сделать. Ну, ничья была бы. Уже. После король Е6 равная позиция. Ну, потому что он съедает, и я съедаю. Что тут? У меня король еще в центре близко к этим пешкам, поэтому... Да, жалко. В конце прям... Я сделала, но... Не знаю. Не успела, получается. Когда 1,5 секунды остается, даже если успеешь ход сделать, и то бывает, что они как бы до сервера не доходят, из-за лага какого-то минимального и так далее. И все. Хорошая была партия, жалко. Не получилось. Да, ну этот парень такой, он не самый сильный, мягко говоря, поэтому я, конечно, рассчитывал на самом деле его выиграть даже. Ну, он крепко встал. Ну, так он играет, не особо. Я с ним играла в классику. В 2018 году, что ли, 17-м. Не особо он играет, на самом деле, так-то. Да, он ничего не делал, он ставил крепко и конем прыгал там. Ну, время держал, правда, это тоже же важно. Так, ладно, забыли. Хорошая была партия, но нельзя 1 секунду оставлять. Надо хотя бы секунд 5-6 иметь, чтобы вот ход успевать делать. А сейчас играю с Kingом of the Everything. Из Сербии, да? Так, пойду. Мастер Фиде. Обидно. Обидно, потому что в прошлой партии соперника абсолютно ничего не сделал, чтобы выиграть. Но главное, чтобы игра была хорошая достаточно. Это уже радует, поэтому надо сейчас подсобраться побыстрее, и результат тоже будет. Просто взял, да, потом d4, видимо. Ну, c4, на d4, c4 может ходить. Конь e5 вроде не может сразу поставить. Так, это защищу. Куда может... На слон f4, слон d6 есть ход, поэтому пока рокировка. Главное быстрее время держать и вдумчиво действовать на опережение. Ладья d8, конь e4 есть идея.
ходить. Пока разбить, потом d4 пробить на пешку. Так, задумался. Значит, чуть-чуть я, может быть, его буду по времени поджимать. Это важный фактор, поэтому сейчас побыстрее чуть-чуть надо. Но он мне сейчас не даст, конечно, пойти. Конь d4, слон f1 благополучно пойдет. А может, сразу надо было, кстати, слон f4? Успела бы я. Конь e4, извиняюсь. Сейчас будет ходы повторять. Если слон d6, он слон g5 по-любому сходит. Ну, давайте проверим. Не, разменялка. Потом слон f1, значит. Слон f5. Конь e4, все равно попытаюсь. Время. Плюсе. Конь e4 хочу. Так. Конь e4, конь e4. А, угу. На c4 там все провиснет, поэтому так пока не надо. А что можно сделать? Конь b4 какой-то ход есть. Конь b4, ладья c1 просто, да? Еще b5 так-то еще. Помимо всего прочего. Может, конь b4, ладья b8 пойти? Не уверена, конечно. Ну ладно, так схожу, нападу на эту пешку. b4 тоже, b5 точнее, b4 потом. Логично. Немножко косо выглядит, но вроде можно. Напал. Слона сбивает. Так, ну на g6 нет, на e6. Ну, короля ослабил все-таки. Вперед попер. Все, он уже без тормозов хочет играть. Ладно, давайте готовиться к ходу f5. Я потом, после f5, g5, я конь e4 пешку пожертвую. Так, назад. Да. Я пешку пожертвую, потому что уже... Ну, там, кстати, и не жертва. Я потом на f5 отъем. Потому что слишком он тут... Хочет по-простому, но король ослабляется ведь. Так, теперь надо коням возвращать и срочняк так двигать. Что-то это мне правда даст, не факт вообще, конь уйдет на А4. Так, ну здесь конь Е4-то надо, наверное. Назад же не пойду. Тут пешка висит, бить должен. Конем. Такой исход. Пробил сюда, да? Сюда. И d5. Так, пошла игра. Так, на конь e7, f6, что ли? Еще шах есть какой-то. Ладно, так. 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 Блокада. Так. Пешка идет. Так.
Так, пешку отжали. Тут отжали шахом. Еще шах. И на g5, да, все лишнее. Ну да, и меняем ферзей. И побеждаем. Да, хорошая победа. Ну, не так все просто, конечно, было. Цветной все решалось. Ну, главное, что не было 1 секунды у меня на часах. Я как бы хотя бы спокойно ходы могла делать в конце, да, без вот этого вот дергания. Это самое главное. Так, вот здесь что-то там. Ну, тут понятно, какие-то ошибки были. Конь Е4 компьютер предлагает. Ну, кстати, да, у черных, понятное дело, уже не хуже-то. Хорошая позиция. Ладья Е8 не нравится ему ход. Сразу меняет, потом так ходит. Эти пешка-то тоже не такая уж сильная. Тут уже равная где-то, потом на 5 ошибся. Ну да, тут он просто назевал. Еще проще было сразу съесть. А, бить нельзя на d6, потому что ладья висит. Это я не заметила. Тут как ферзь g3 был тоже выигрывающий ход, тоже не заметила. Я уже конь f6 решил сходить. Ну, когда уже пешки съела, все, ни вечного шаха, ничего нет, позиция выиграна. Так, ну ладно. Две победы, это хорошо. Хотя и прошлую партию должна была, конечно, не проигрывать, но ничего. Так, всех рады приветствовать. Да, здравствуйте. Так, ну я рада, да, что вы рады меня слышать. Что я делала? Да много чего делала. Hello, good game, thank you. Thank you, Tanush. Сейчас еще один тур, потом перерыв, как обычно, после 4-го тура. Напоминаю, что можете подписаться на канал. Не забывайте, пожалуйста, обязательно подпишитесь. Лайк поставьте к видео. Обязательно, обязательно, обязательно. Это надо сделать. Можно также донат скинуть. Всегда приветствуется. Сейчас буду играть белыми. Посмотрим, как это будет. Узнаем. Ханшут. Ханшут. Какой-то серьезный дядечка. Нет, c4 пойду все-таки. Не хочу e4. Ханшут. Такая получилась позиция. Анти-Грюнфельд, ну, по-другому, конечно, надо пока играть более агрессивно тут, конечно, по большому счету. Ну ладно, так расставил уж. Не хотелось мне в дебри теории какие-то погружаться. Как-то так пока расставилось. b4, главное, ничего не зевнуть нигде.
Как-то вообще, конечно. Косо, косо, косо. Сейчас же грозит все уже на свете. Грозится вон F3, конь D4. Нехорошо дебют разыграл, мягко говоря. Надо будет вообще посмотреть, как мне. На Гринфилд надо что-то решить для себя. Что-то я как-то то одно, то другое, то пятый, то десятый. Какой-то нет конкретного вот точно, что вот так вот буду ходить. Надо Грюнфельд определиться как-то и четко играть. Ну, просто не всегда же знаешь, что он Грюнфельд с икой. Он же, получается, выбирает как бы между разными вариантами. Ну, сейчас, кстати, конь d5 прыгнет. Конь e4, так что-то не то тоже. Так, ладно, надо думать сейчас. Заранее. Сильный ход. Не нравится все это. Конь d5, конь c5, конь e3, fe. Может, на b7 пешку съесть? Слабое утешение, да? Может, и ничего, но что я другое? Это слоном же не пойду назад. И слоном назад он съест, и конь d4 прыгнет. Не очень мне пока все это нравится, но ладно. Вроде e3 он не может сразу атаковать. А я на b7 все-таки какую-никакую, но съем пешку. Так, посмотрим, посмотрим. Ну, может, кстати, ничего. Так, кажется, что как-то не очень. А может быть и ничего. Ну, ферзь d5 какой-то ход вот. Если я съем конь b4, конь провиснет. Но, может быть, мне конем прыгнуть куда-то. Не вижу я особо, куда я могу так прям прыгнуть. Да, я могу на d4 прыгнуть. Может, e4 просто пойти даже. Ну, слона своего затупить. Зато на b7 100% съем. Что-то не... Тоже такая затея, конечно. Так, думает он. На ферзь d5 мне тоже надо думать. Я пока не понимаю, как я пойду. Конь b7, конь b4 есть ход. На f5 пошел. Конь b7 сейчас могу. Коня, главное, не поймает. Конь b4, ферзь c4. Ну, тут висит пока. Конь e5. Конь d4. Конь d4, ферзь g5, да? Ладно, беру. Ферзем взял. Пешка слабая, конечно. Ферзь c5 какой-то ход. На b2 отъезд. Да, на b2, кстати, так же отъезд. Счет коня боюсь потерять сейчас. Блин, что-то как-то все нехорошо. Конь, конечно, завис. И на Е2. А, на базу. Плохая позиция. Верим в дядечку. Ханшут. Верим в ханшута. Слоны у него вот такие, конечно. Все простреливают мне всю доску тут. Так, может, ладья d2 тогда? Ферзи не хочу менять, не знаю. А может, и надо, конечно. Понападать хоть чуть-чуть так еще. Так, он все менять. Менять неохота. Нет, так. На F7 напали. Шахетский ничего не даст, да?
О, вилку зевнул. Ура! Победка. Да, ну не зря я верил в Ханшута. Он свое дело сделал. Так, хоть спам там, чат-бот, что-то. Не надо мне никаких ботов, никаких этих левых подписчиков. Спасибо, до свидания. Exciting game. Yeah, it was tough game. Was very tough game. Так, как это мне удалить? Я даже не знаю, как его удалить. Ну ладно, пусть реклама там. Не все так было просто, но конь такая фигура коварная. Коняш затаился. Ну нет, просто дело в том, что не всегда же получается... Не всегда Грюнфельд как бы... Не все играют Грюнфельд, и если какой-то, через какой-то порядок ходов я пойду, он может не Грюнфельд сыграть, и я не получу то, что я хочу, и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть какие-то там свои нюансы. Но все равно что-то такое наметить, даже если анти-Грюнфельд что-то наметить, да? Плохая позиция, но ничего. Вот, кстати, белопольный слонов не одобряет, да, менять? Поменял, и как-то сразу у него стало не очень. Ну, под кучу нападений же попал. Зевок. Конь d7 оценивает. Ферзь d8 можно пойти. Ну да, здесь он зевнул. В общем, партия была веселая, не без приключений, но удалось выиграть, видите. Так, ладно. Неплохо все равно. 3-4 у меня. И перерыв у нас, похоже, первый. В общем, да, нужно какое-то просто четкое понимание, что там, на какой порядок ходов мне выходить. Все-таки как-то для себя решить заранее, на что я буду идти. Надо будет прям к титульному вторнику следующему повторить прям конкретный порядок ходов и прям на него идти, и все. I'm not the only one who blunders. Yes, everybody, everybody blunders, so. 22 зрителя, всем привет. Не забывайте ставить лайк. Кто не подписался, подписывайтесь обязательно. Донат также можете скинуть, если есть желание. Да, кстати, на донату новые анимашки поставила на некоторые. Прикольный. Так что, если кто порадует, то увидит анимашку. Хотя это происходит не часто, к сожалению. Вот, но я все-таки верю в моих зрителей, что они будут оказывать более ярую поддержку каналу в виде любой активности. Ладно, ну что у нас, перерыв. Пойду отойду, может быть, что-то перекушу немножко. Вот, и сейчас будет уже, я чувствую... Хорошая, серьезная партия. Ладненько. Сейчас подойду.
Где коняш, спрашивают? Коняш? Да. На этом. На стеллаже. На стеллаже коняш. Мы его в самый важный момент подключим. Так, ждем начала. Музыку бы включить было бы неплохо, да? Ну ладно, как-нибудь без. Я думаю, что сейчас уже начнется. 4, да, как много людей. 17? 17 по 4 очка. Ну да, когда 500 человек в турнире принимает, то неудивительно. Так, ну что, ждем. Мы. Сообщений, вопросов не вижу, поэтому концентрируюсь на игре. В Айканзее, кстати, никто не зашел в титульный вторник покатать. Я бы не удивилась, если бы какой-нибудь Праг там эти вот другие индусы зашли бы. У этого Харши подозрительно много очков, что он играет вообще. Я же говорю, да такой он гроссмейстер, не супер. Ну, Блиц может хорошо играть, не знаешь. Просто там есть такие, они молодые, да, есть очень талантливые. Они, допустим, я с ним с кем-то играл в 2018 году, а сейчас они там чемпионы мира уже до 18, там, до 20, я не знаю. Я помню, как-то играла в одном с Витиком играю. О, прикольно. Так, не знаю, что там Витик играет. Ну вот сейчас и узнаем. D4 пойду. Как-то играли с ним же? А, я вспомнила, что он там играл как-то со мной. Вот думает уже. Так, ладно, посмотрим. Е6 пошел. Ну и так. C6D5, да, такая расстановка, видимо. Или это у него соскочило, мне интересно. Наверное, C5 он хотел, может быть. Есть подозрение. На букву Е5 пойти. Так, тут надо подумать, конечно, немножко.
Так, пешку я на d4 не зевнул ли? Часом. Конь c6, может, возьму? На dc, конь c6. Конь d7 хочет выменивать. Е интересный ход, мне кажется. Если Е4 потом сразу. А, не, на c4 же возьмет. Де ферзь c7. Тогда так. А, b4 берет, берет слон h6, какая-то идея. e4, то есть. Так, надо ходить. g5, g4, чтобы не поймал слона, и что? Меняет. Так, Е4 не успеваю, да? Хотелось бы. Что делать-то тогда? Менять Е4 все равно. Наверное, надо. Время. Так. Так, с виду у него ящик позиционный. Хочешь слона разменять? Я не хочу. Так, как выигрывать? Есть планы.
Ай, на Боне так. Напал, черт. Хорошая была позиция. Уже не очень. Черт, все, зеваю! Да елки-палки, ну что же я все назевал? Ферзь Е4 не пошла. Здесь. Черт. Ну, в цветноте плохо играю сейчас вообще, конечно. Ну, тут вообще, конечно, вот с пешками c5, e5 была позиция-то близко к выигранной. Наверное, даже просто выигранная позиция так-то. Надо было просто точнее играть. Блин, в конце, конечно, в цветноте что-то играю как-то нехорошо. Ну, тут плюс один пока. Да, здесь уже плюс два близится, e4, то есть все правильно. Да. Конь b6 еще сильнее было. Плюс 4 даже оценка. Ну, видно, что позиционно-то зажал по полной. Только надо атаку начинать на королевском фланге. Так, слона перевела. Может, не надо. Может, h4 сразу надо было двигать. Обидно. Хорошей партии проигрываю. Так, ладно, пошла. То есть, вот этот перевод слона был не очень хороший, да? Здесь уже плюс один всего. Опять плюс 2 выиграно. Как только атаковать, да? Куда наступать? Надо было перестроить фигуры как-то. Так, ну это вроде все тоже неплохо. А4 он пошел не от хорошей жизни, понятно. Так, вот слон c4 я зевнул. Да, зевок. Вот h5 грубая ошибка, потому что я зеваю ход слон c4 на самом деле. И пешка подвисает. То есть мне надо сейчас какую-то профилактику. А, могла ладья b3, ладья b4. Вообще не заметил этого. Пешку съесть. Слон c4 тоже нехорошо, потому что ферзь e4. Черт, ферзь e4. Вот, ну, увидела только после того, как g4 пошла. Блин, столько ошибок наделала в такой позиции выигранной. На ферзь e4, ферзь d5. Он меняет просто ферзей. Так, а здесь, наверное, ферзем захожу. Атака сильная. Так. Ну, королем еще бежит куда-то. Так, слон g6, да, я гожу. Как бы еще не мат. Еще не мат, но близко. Так. Компьютер даже просто эту пешку сначала защищает. А если он g6, ладья d7, может? Ферзь d5 есть ход. Ладья e1. Оценка плюс 3. Обидно, конечно, должна была, мне кажется, побеждать такую позицию уж. Ну, вот тут я, если честно, вот... G4 пошла, то есть, ну, 2 секунды надо ход делать, но надо как бы делать ход заранее, какой-то ход намечать. Ферзем бы сюда залезла. Вот, но здесь еще важный момент, да, ладья b3 могла, ладья b4 пойти, и все. Обидно, конечно. По идее, должна была выигрывать, но проиграла по своей вине, конечно. Ладно. Да, тем временем поддержал Вадик. Спасибо большое. На какао. На утреннее какао. Спасибо вам, Вадик. Расстроилась я немножко из-за партии. Ну ничего, надо было обыгрывать, конечно, там, в такой позиции. Так-то. Переиграла его полностью. Но он тоже блицор, умеет там как-то подкрутить в конце. Поэтому важно в цветноте не терять преимущество. Вадик, вам спасибо за поддержку. Приятно. Первый донат сегодня, так что, может быть, кто-то подхватит. Эх, что-то как-то... Ну, хорошая такая игра, вроде и позиции, и все. И логично все делала. И как-то вот не хватило чуть-чуть. Ладно, будем думать об этой позиции теперь.
Интересно, что он там? Как там он радовался? Ну, хотя, что радоваться такой победе? Я не думаю, что он очень сильно радовался. Играл-то он плохо, и позиция у него была плохая, поэтому вряд ли он там очень бурно радовался. Но что сделать, да? Так, ладно. Что-то я тут про прошлую партию разговаривала, пока все мы тут разменяли. Не видно, перспектив особых не видно, да? Что я что-то смогу тут закрутить? Надо думать про ту же позицию, которая сейчас на доске. Так, что-то я вообще не понимаю, какие тут у меня вообще... Слон не выходит. Ну, разменять-то можно, конечно. Ну, ладья тогда на Е7 залезть, тоже неохота. Часто создаете преимущество и не можете реализовать, как потянуть. Ну, анализировать партии, понять, почему именно. Ну... В этом турнире я тоже, да, две партии не реализовала. Почему? Потому что на секундах не точно играла. То есть проблема в том, что в цейтноте пока не очень я играю в этом. Ну, когда прям мало секунд тут. Тут так и так цейтнот, потому что это... Вот. То есть чуть-чуть в конце не хватает... И точности мне не хватает пока, и как-то поувереннее, да, немножко, в конце именно. Так, надо как-то пойти. Что-то мне опять непонятно. Болтаю. А как ходить, не ясно. Похвала от Витика дорогого стоит прям. Да не, на самом деле, что не говорить, он все-таки тоже хороший шахматист достаточно. Он хорошо играет, я же видела, и Блиц, у него хорошие результаты. Вот. Ну, в классику я не знаю, я не видела никогда, как он в классику играет. Вот. Но в Блиц, понятное дело, что он хороший шахматист и натренированный и так далее. Так, сейчас подождите, мне надо эту партию доиграть. Я боюсь, что сейчас договорюсь, конь не в 5 ход, то есть я пока на разговор только время трачу. Вот. Но, в принципе, у меня с ним нормальный счет-то белыми. Я белыми играю обычно, ну, стараюсь подзажать все-таки как-то. Черными пытаюсь хуже хотя бы не получить для начала, а белым подзажимать... В принципе, много было побед. Ну и не только белыми, черными тоже бывали, но все равно стратегия такая, играть-то на борьбу. Не. Нет смысла белыми там что-то пытаться ничьи какие-то делать. Играешь как. Вот. Так, ладно. Все, сейчас надо, главное, сконцентрироваться на этой. Абсолютно равная позиция, но мы как-то пытаемся чего-то куда-то. Да, сейчас ладью на Е7 попадет, слон d5 пока поставлю. О, вот, этот ход мне нравится, чтобы уже он не лез сюда. И эту линию. Так, позиция, конечно, равная. Хочет разменять. Давай без ладьи поиграем просто. Для интереса.
Пешку не зевнул. Мне не нравится, что я делаю. Блин, что я делаю? Собраться надо. Ой. Не доигрался ли он? Выиграл, похоже. Раскатал его все-таки. Слон сильнее, чем конь. Помните, видео на моем канале было? А, черт, нет! Тут же вилка. Ай, ну что ж я, ну, надо было какой-то ход выжидательный там сделать. Да что ж я не заметил. Ну вот раз... Да вот, нельзя же так, а... Обрадовалась. Ну тут просто такой ход выигрывает, наверное. Или подождите, вот как я здесь... Конем, да, успел? А почему я сейчас пешку-то не провела? Что я натворила? Что за жесть? Почему я не провела пешку? Сразу. Зачем я пошла король А2 под вилку? Что я вообще натворила-то? Ну, вот как это, расслабление 7-минутное и сразу, пожалуйста, вместо выигрыша ничья. Пешку просто в один ход не провела. Тут про какое-то видео начала рассказывать с важным видом, да? Не знаю, мне вообще проглючило. Я думаю, король на С2 стоит. Я думаю, как он успел-то? Как он мог успеть? О, просто жесть. Минус 2,5 просто по позициям стою. Все же его переиграла, ни одну вилку не зевнула, ничего. Тут уже минус 7. Пешка проходит. Кстати, он аж 3, не минус 7, да? Да, он должен был сразу конем прыгать. Успевал он там. То есть можно было, конечно, не отдавать, можно было просто так пойти, съесть и потом провести. Ну, я даже не стала что-то думать, думаю, точно не успеет. Ну, считать не стала, естественно, потому что времени не было, и просто не провела пешку. Ладно, партия началась, какая-то пока жестко идет у меня в цветнотах. На 10 секундах у меня идет какая-то жесткая это... Жесткие глюки у меня начинаются. Так, ну, не, это не повод сейчас... Рефлексировать надо партию сейчас провести хорошо. Так, сейчас попробуем. Собраться надо. Обидно, обидно. Очки теряю на ровном месте, конечно. Ужас.
Так, ладно, ничего. Да, сегодня просто так получается. Что-то в конце как-то обидно. Но сейчас вообще было обидно, как я не провела просто ферзя в один ход. Вообще, меня проглючило жутко. Обидно просто, по игре-то хорошая вроде, ну, ситуация и игра хорошая вроде. Нельзя сказать, что плохо играю. Какую-то делаю иногда странные ходы. Опять же, нельзя рефлексировать. Надо сейчас бороться в этой партии. Евгений поддержал, написал на поддержку канала и настроение на новые успехи. Спасибо большое, Евгений. Приятно. Рада, что поддерживаете, смотрите. Большое-большое спасибо. Поднимайте настроение мне после моих глючных этих заскоков. Сегодня я не знаю, прям что за какой-то глюк проскакивает, и все, я. Ладно. То, что глюк проскакивает, это не значит, что он теперь будет все время проскакивать в партии. Так, побыстрее давай играть. Тоже нападу. Ладно, на G1 спокойно отойдет. Может так пойти, кстати. Так, собралась. Собралась повнимательней. G3 все-таки сходил. Поменяет. Не хочу. Конь C7. Мне не нравится. Легко. Ладья на 7-й ряд сейчас залезет. Потом прогоним, может быть. Пешку, что ли, отдала? Ладно. Пешку отдала. Посмотрим. Отсюда хочу. Thank you.
Шах, беру. Там проиграю. Черт, а что делать? Брать ферзь Б1, думаю, ну не знаю. Так, может сейчас? Ход сделать какой-то так. Блин, опять я зевнула. Да, ну что я делаю? Да зачем коня отдала? Ну что сегодня игра? Ну такие позиции, а? Конь Е7 еще. Не видит. Шахуем тогда пару раз. Черт, ну как же так? Ну... Ну да. Ладно. Боже мой, да что я делаю-то в самом конце? Ну прям я не понимаю, в конце именно какие-то ошибки дурацкие. Тут уже выиграно, наверное. Да просто конем отойди, c2. Я зеваю, что он отдает ферзя и нового проводит. Что я творю вообще? Конь d5 можно было пойти. Конь f1, я думаю, шах дать. Ну, а, конь f1 ту же самую ошибку бы сделала. Но здесь хотя бы вечный шах бы был, я не знаю. А, нет, здесь шах. Шахом еще проводит. Я даже вечного шаха не успею поставить. Чё я делаю вообще? Ну, мне сегодня просто глючит на ровном месте. Такие позиции проигрываю просто, я не знаю. В конце именно. Не в начале. В начале отличная игра, там... Вот там перевес получаю, минус один, пожалуйста, перевес. И в конце у меня глюк какой-то начинается. Ну, не мало блиц играю в последнее время-то. Сказывается, наверное, тоже. Именно в цейтноте, когда на секундах решение неправильное принимаю. Ладно. С этим ничего сейчас не сделаешь именно в этой позиции. В этой ситуации, так скажем. Пешка с это почти прошла. Так, что-то я продула две партии, потом ничью сделала, да, получается? Пол очка из трех набрала всего. Так, надо собраться и... Ничего страшного. Попытаться как-то. Надо быстрее играть. Быстрее играть. Сегодня я не могу. На секундах лучшие решения я не нахожу. Поэтому надо оставлять больше времени, чем мой соперник сегодня. У меня такая тогда должна быть задача, потому что видно, что в конце начинается. Так что моя задача во что бы то ни стало, но быстрее просто ходить.
Что, и 4 отдаю? Может быть, кстати. Да, ну там, там, понимаете, не то что расчет, там просто в два хода хотя бы не зевай, как бы, да. Проблема в том, что я в два хода просто зеваю, там, пешку провожу, не вижу, что съест и новую проведет. То есть такие ошибки-то у меня потом случаются. Не самый-то, как бы, тяжелый. Вот сейчас тоже вот, давай ему коня перевести, даже не подумал об этом. Мне же неприятно все-таки. Мягко говоря-то. Блин, а как мне этому? Сейчас же три конь, слон H3 пойдет. Ладью зачем сюда поставила? Тирано F4 не могу пока нигде. Хоть так. Это хорошей жизни. G3 пойти. Позиция, да, неудобно это, мягко говоря, если честно. Это еще, мягко говоря, неудобная. Какая-то жбаном попахивает. Ну ничего, вроде сейчас защищусь потихоньку. Опять какой-то ход. Чем я в это все ввязываюсь? Не, G5 нет, наверное, все-таки. Ладно, нормально все будет. Нельзя паниковать раньше времени. Сейчас, а то я уже скисла немножко, а это плохо. Нельзя скиснуть, надо бороться. Ничего, сейчас партию выиграю и все нормально будет. Последние туры все равно можно лучше сыграть еще. Главное себе не внушать, что у меня какие-то проблемы. У меня нет проблем, я сегодня хорошо играю. Ну, не все получается в реализации, ну ничего страшного. Нельзя себе внушать, что все плохо. Все нормально. Будем думать. По крайней мере, пока что так будем думать, а нам жизнь покажет. Ну да, тут он тоже. Вот линию сейчас откроет, конечно. Что с этим делать? F3 ничего там не произведено, вроде нет пока. E4 под конь какой, да? С C5. Надо сейчас это быстро его разменять хотя бы попытаться. Вот так. Достал меня это. Менял, все, давай. Дуй. Так, ферзь F3. Ну, чё так? Сейчас потихонечку-то фигуры свои поставлю плотно. И нормально будет. Брать нельзя будет мат. Ферзь F2, ферзь F1. Давай попробуем разменять. Не, кстати, сейчас уже все выйдет.
куда нужно. Конь на f5 там куда-нибудь поскачет. Пешки у него не очень. Сейчас у меня ничего так уже. Я бы ферзей, конечно, разменял, чтобы ничего не зевнуть. Может, ферзь c2 его как-то... Как его заставить-то менять? Он не хочет? Вот так. А, конь на d6 идет. Так. Слушайте, пешку так потеряю. Нет, наверное. Желание все поменять, оно не самое лучшее было. Ладно. Пешки съедает. Просто так. Ошиблась. Черт, очень сильно ошиблась. Проигрываю, что ли? О! Фуф! Ну хоть мне-то повезло один раз! Ой, мама мия! Ну хоть мне-то должно было повезти в этом турнире разочек-то, ну. Хорошо. Тут же опять нервяк какой-то, опять секунды, опять что-то... Какие-то пешки висят. Все-все в это уже было. Потрясающе! Да уже, это вообще жесть! Ну, это мне это воздалось, сколько я позиций сегодня не выиграла, так что когда-то это должно было случиться. Ужас какой-то, просто какая-то трубень была. Чё я все назевала? Как бы можно было пойти? На f5 вместо король g2. Да я уже не думала, у меня какие-то были уже ходы рефлекторные, вообще неадекватные в очередной раз. А где король g2-то пошла, я чуть не поняла. Вообще король g2 ни разу не ходила. Был такой в моей партии сегодня? Не, у меня вообще король на g2 никогда не был. А, конь g2 имеется в виду, что ли? А, на f5 можно было. Ну, на f5 надо еще сообразить. Не знаю, что я там боялась. Шах, что ли? Ну, шах у льду. Да нет, там ничего не висит. Шах ушла просто. Даже вечного шаха нет никакого, да? Такого хода же нет. Может, даже съесть. Да. А, ну тут, может быть, кстати, и есть вечный. Так, так. Ну, правда, здесь я могу такой ход включить. Не, ну он уйдет. А что на коне f4 тогда делать? А, уйдет. Он мне мат поставит и не уйдет, если конем. Так же пока вроде. Вечный шах. Так. f3 сюда. Что там? Он d2, что ли? Может, так? Должен сюда ходить, значит. Не знаю. Так, по линии же начну потом, в принципе-то. Может, так пойти? Так. По линии же поднапасть. Да, но это было, наверное, лучше. Ну, в общем, какой-то ужас какой-то в конце происходил, но ничего. Наконец-то хоть мне повезло, я довольна. А то что-то я сегодня партии много отдала в конце. Ну вот, все-таки надо надеяться, что и в мою сторону везение. Чаша весов склонится, и везение, да, мне запустит. Ну вот эта идея разменять ферзей, но она нормальная, но не надо так их менять. Это просто вот плохая затея, потому что конь на d6 попадает. Менять, но не так. Не ухудшая свои фигуры, надо менять-то ферзей. Просто тут же бан такой был. Он тоже, видимо, все тут зевает. Я что-то тоже куда-то прыгнула.
Чё, куда прыгнул, не поняла вообще. Тут вроде ничем не грозит, почему он С7 не съел, не знаю вообще. Не могу я в конце ходы объяснять. Конь Е6, зачем конь Е6? Боже мой, ну возьми пешку сразу даже. В итоге потом равный, и он зевнул. Ну, моя затея-то была какая? Конечно, так пойти и продемонстрировать свои навыки пазл-шторма, но... Ой, ладно. Бывает, ничего. Бывает. Ура! Это точно ура! Какой тур? 8-й сейчас закончу, сейчас перерыв. Ну, у меня уже более-менее сейчас, я плюс один вышла. Так что... Хотя бы. Все было хуже гораздо. Две партии ты проиграла и как-то... Ферзя не провела в один ход. Пешка идет, идет, идет. Уже вот близко на b2. И потом королем. Пошел. Вообще. Бобер уже почти дошел до цели и в какой-то момент свернул с верного пути. Это было жестко. Ну ладно, сейчас перерыв, надо мандарином закусить, и все будет в жизни прекрасно, я думаю. Пошла за мандарином. Мандарин-то сладкий. Все, Вадик, завтра иду пить с утра в какао. Ждите в Инстаграме отчет. Карина, за ваше здоровье сигарету выкурю. Ну, не знаю, мне кажется, это... Не, как бы действие не для того, чтобы здоровье было, поэтому не советую вам. Привет, привет. Где мандарины вкуснее, в Испании или в России? В Испании, конечно. Они тут вон круглый год растут. Хочешь, иди, собери вон на дереве и все. Тут же еще мы близко к этой же, к Африке. Тут же марокканские еще тоже мандарины. И апельсины. Но апельсин нет, апельсины тоже деревья вон растут. Как-то мы собрали, там был заброшенный какой-то сад, типа, ну, вообще заброшенные участки, и там просто плантации этих, ну, деревья апельсиновые, все засажено деревья апельсиновые. Мы там собрали просто 3 мешка апельсинов, потом сделали свежевыжатый сок. Такой сладкий был, просто нереально, даже ничего добавлять не хотелось, не кислый, а именно сладкий. Приходилось водой разбавлять, он был очень сконцентрированный. А еще там вот такую тыкву нашли. Короче,
Если постараться, можно даже не покупать. На заброшенных участках собирать и все. Зачем кушать микрофон? Хороший вопрос. Наверное, за тем, что кушать хочется. А если уйду, не пообщаемся, потому что во время игры некогда общаться. Вот смотрите, вот первое в жизни сообщение от Алибека Ашимова, да, наверное, я правильно прочитала. Никогда в жизни я не видела, чтобы мне пользователь с этим ником писал в чат. Вот. Никогда в жизни. И вот именно сейчас, именно вот этот вопрос он задал. То есть он все это время молчал, но вот это его очень сильно впечатлило. Удивительно, конечно. Так. Так, если там возьму слон А6, что-то мне даст. Куча слабостей насоздаю пешечных, конечно. То потом развалится, что ли, да? Может, так пойти сразу? Так, соблазн есть взять и ладья d8 пойти. Да, пешки начинают мои атаковать, что было понятно, в принципе. Он бы 5 зря пошла. На ферзь 5 заготовил конь Е4 ход. Вон так. Все равно конь Е4 пойти. Что-то 5 разыграло странновато все. Конь Е4 потерял коня. Что-то он ходит, вообще не думает. Ладно, так скажу. Он решил сегодня не думать, видимо, в партии со мной. Пусть кто хочет, то и делает. Не буду. Блин, а что-то я ладья b3 думал, у меня будет идея. У меня же такой идеи вообще нет. Ферзь c7 еще сходила. Ай, плохо. Время тоже. Что-то какие-то глупые затеи у меня было. У ладья b3 же идеи даже не было. Зачем я вообще так ходила? Ладно.
Что-нибудь упадет. Пешка. Ладью возьмет, да? Блин, ну все, ладно, ферзь b7. Что-то вообще плохо играла. Даже смотреть не буду. Неохота мне эту партию смотреть. Ну да, он что-то шпилил, а я неплохо. Плохо разыграла, еще e6 отдала, дала возможность. Ну нервничать надо было обыграть, конечно, неприятно. Я плохо вообще провела партию. Даже смотреть не будем, он посмотрит лучше эту партию Бадура с Накаморой. Жду, когда товарищ Алибек придет и мне очередное сообщение напишет. Ну, пока не пишет, не о чем просто писать. Такие зрители, конечно, вообще бывают смешные. Так. За Бадура болеем. Бадур, давай! Давай! Ну ладно, ничья будет уж. Приятного, спасибо, спасибо. Кто кому ничью предложил, кто отказался? Накаморчик, да, отказался от ничьи, по-моему. А, вы, оказывается, фанат Амариева, ну понятно. С Амариевым играла. Карина, сегодня нервничаешь. Да, не знаю почему. Что-то у меня в конце особенно как-то какие-то импульсивные решения. Ну да, как будто немножко так, как-то на секундах я пока не чувствую игру. Ну, я просто, опять же, повторюсь, мало играла. Надо было, конечно, чаще играть. Ну, как каникулы пошли, все просто. Каникулы пошли, я просто мало играла, и это сказывается. Пока, видите, как. Ну, как Накамура, точный ходы сейчас делает и еще обыграет. Нет, конь Е3 скакнул. Что там будет? Кто пройдет? Сейчас у него пешка проходит. Быстрее, быстрее! Смотрите, что. У черных ферзь, но пока еще не все так понятно. Прикольно. А как останавливать? Пока b8 хочу. b8, вот эта игра. Это круто. Ладья b8, ходи, Бадурчик. Бадурчик все дает. А, быстрее! Не, ну хикарушку здесь его выиграет конем сейчас там. Ну, он ферзей разменяет даже, и пешки 3 пройдут. Вот Накамура молодец, да? Вот умеет в то же время набивать так. Не, ну, конечно, умеет. Повторил, пошаховал, секунду чуть-чуть набил. Так, а у нас, кстати, еще сколько туров? 9, 10, 11? А, нет, всего 2, елки-палки. Всего 2 тура. Вот тем и обиднее, что так проиграла сейчас. Ну ладно, сегодня, в принципе, нормальные хотя бы партии. Ну, нелогичный конец, но сами партии хотя бы нормальные. Это уже успокаивает. Богдан Дьяк. Выиграл у Бортника.
Сжигалка проиграл, да? А кто лидирует? Давайте посмотрим сейчас. Еще две партии. Так, ну давайте, ну две партии хотя бы собраться. Так обидно, конечно, сейчас тоже. Что-то как-то плохо разыграла, слабости себе насоздавала и... На слон Е5, слон Ф8 повторить, пусть думал. Ну да, согласна. Лучше, конечно, могла играть, понятно. Согласна, согласна. Еще время зачем-то столько убила там тоже. Ладно. Играем партию. FM. Радиоволна. Греция. Не зоны доступа. Мы неопознаны. Не зоны доступа. Нет, 4,5 маловато. Вряд ли первое займу женское, но об этом сейчас думать не стоит, да, думать стоит о том, как бы выиграть. Так, вот здесь конь f7, нету жертвы? Конь f7, конь g5. Давайте пробуем. Бывает такая жертва в позициях такого типа. Поэтому важно типовые идеи знать. Конь c7, правда, есть ход. Так, подождите, надо думать. На конь c7 конь e6 возьму. Прикольно, сейчас спёртый мат может получиться, но конь e6. Бить он не может, будет мат спёртый. Так, ферзь c7 пойдет. Давайте дальше думать, как атаковать. А, конь c7 и слон e6 же просто беру и мат. Прикольно. Отыгрываю фигуру и все выигрываю. Вот что значит знание типовых идей и уверенная игра. Парнишка попал под каток Карины. Чес. Ну, просто не знаю, с кем играет. Все блондинки и брюнетки провожаю взглядом цепким. Ну, пока, кстати, только качку съем. Он так еще сходит. Помучается еще. Или так. Так, слон Е6, король H7. Может так пойти? Слон Е6, король H7, шах. G6. Прикольно, да? Опять мат хочу. Отняла поле. Все брондинки и брюнетки. Ладья H7. Могу так включить ход, проход. Так, по-моему, пора съесть ладью, пока не забыл об этом. И съесть еще одну ладью. Ну что, парниш? Возняк, как говорится. Так,
Как мне выиграть? Сейчас что-нибудь разменять надо. Что так пойти? Два лишних качества. Одно хорошо, а два это лучше. Так и так хочу. Конь Е6. Шаг, что ли, дать сначала? Чем не гожу, правда? Ну, слон Е4. Сейчас мне хочет мат, да? Ферзь Ж5 и мат. Слон Е4 шаг, да. Сдался раньше, чем я все разменяла и съела. Так, ладно. Вот, красивая победка. Заказывали, пожалуйста. Good game, thank you. Yeah, it was an interesting idea in the opening to sacrifice knight on f7 and then to bring another knight to g5. It's some typical idea in Slav defense in this line. And not only in Slav, it's like Catalan system, so it's quite typical idea. Ладно, победа, видите, хоть чем-то порадовал у вас. На что нажмем? Ничего-нибудь нажмем. На бис? Ну, черными сейчас сложно будет на бис. На черными главное также не проиграть, да? Сегодня я ни одному моему сопернику песню никакую не спела. У меня обычно на каждый случай была песня. Сейчас у меня никаких нет песен. Так, лайки, лайки. Кто не поставил, поставьте, не забудьте. Кто не подписался, подписывайтесь. В четверг новое обучающее видео будет, как и обещала. Также в четверг будет закрытый видеоурок для спонсоров, так что можете оформить спонсорскую подписку. И тогда вы получите доступ к всем прошлым видео, ко всем прошлым видеоурокам, которые я уже записала для спонсоров. Так что подписывайтесь и канал поддержите, и полезную информацию получите. Горячкина, не знаю, может и есть в турнире. Ну, я не смотрю, потому что я знаю, что наверняка 7,5 очков надо будет, первый женский приз. Поэтому, как бы, какая разница, да? Слишком много сегодня очков потеряла в хороших парных позициях. Так, сейчас я поищу, подождите. Где он? Кстати, я пока не вижу никого. А, вот у моей Арабидзе 6,5. Ну да, у меня-то поменьше. Да нет, тут уж слишком много напроигрывало там. Если последний в игру будет песня, ну, может быть. Бинони или дракона? Ни то, ни то, ни охота, честно говоря. Ну, страндику можно. И-и-и, побеждай. Беги пешку на b5. Двигай пешку А. И ладья b8. Game over. Порадуемся за Кирилла.
Последняя позиция, ой, позиция, партия. Кстати, тут у нас вот Андрейкин хорошо идет. 8,5, да? Пикарушка на первом месте. Ну все, давайте последнюю партию. Вперед, позитивный настрой, правильно. И хорошим настроением закончить турнир. Попробуем. По крайней мере. Так, Артеллер. Кто это Артеллер? Мастер Ферде, Артеллер. Ну, я, кстати, с Артеллером еще не играла. Ни разу. Так, попробуем, попробуем. Артеллер. Вы где? Вариант Бадура Джабавы. Помните, Горячкина отыгралась в матче? Или не помните? Ой, ну что за мигание? Соединение потеряно. Ау. Что, у меня с интернетом, что ли, проблем? Эй! Ну вот, 30 секунд украли интернет. Интернет подвел. 30 секунд. Ну ладно, ничего. Главное, сейчас вернулся. Главное, сейчас вернулась связь. Так, отыграю ли я пешку? Я так с уверенностью отдала. Не думай ни о чем. Не думай ни о чем, отдала пешку. Зачем? Кто его знает. Так, собралась. Не хочу я проигрывать. Не хочу. Вот на b2, может, съем. Ой, на f2, что я говорю-то. Какая-никакая, но пешка. Так. Съем. Неохота. Так, пойду. Немножко, конечно. А, конь b4 исход, да? Конь b4, а b не может быть мат. Так. D5 вроде можно будет съесть. Пробуем. Брать не может мат. Так, главное не зевать. Ферзь b3, конь d5, ладья d1, конь f4. У меня ферзь защищает на d8, что немаловажно. Так. На f4. На b7 вряд ли он сможет съесть, конечно, это. А, сразу, да, может. Сразу может. Сразу съел.
Давайте нападем, что ли. Линию открыл, как-никак. Хочется какой-нибудь удар нанести, но не вижу пока. Может, ферзь b6? Конь g2, ладья g2. Уж уйду. Меняет ладьи. Этим не поделаешь. Пешки сдвоены, конечно. Приятно. А если ферзь e5? Будет. Шахнула она. Не успела, да? Чё не? Ну что такое, в конце тоже. Но расстройство. Одно расстройство. Ай, не знаю я, проходили мои пешки, не проходили, но в конце не прошли. Да я на победу, естественно, пыталась. Но тут равно, видите. Посчитать что-то нереально успеть-то. Равно. Король Е3 надо было. Ничего надо было делать. Вот так просто ходы повторять и ничего. Ну, хотелось выиграть, конечно. Но уже ничего я не успеваю. Король Ф3 надо было к коню цепляться. Да, я просто не успеваю, я не могла посчитать. Ферзей зря разменяла. Ну, позицию так-то. Д5 съела. Зря разменяла ферзей. Тут надо считать, просто у меня времени-то нет. 20 секунд, у него 50. Тут конь d4 сразу. Ну вот, я не люблю уходить, когда проиграл последнюю. Придется еще сыграть.
Обидно. Да, сегодня, конечно, столько очков не добрала, очень много, если бы все эти партии хорошо бы сыграла, так. Твой результат был хороший. Хикару первое место занял, что, в принципе, не особо удивительно. Давайте партию сыграю одну по 3 минутки. Не хочу на поражение уходить. В общем, во второй половине турнира мало, конечно, набрала. Не хочу я уходить на поражение, поэтому сыграем партию. Мастер Фиде из Бразилии. Ты первая женская? Не знаю, посмотрю сейчас. Женский матч чем когда будет? Хороший вопрос. Претендентский сначала еще должен быть вообще. Так-то. В следующем году, я так понимаю, должен быть претендентский женский турнир. Прежде чем матч проводить. Да, Рабидзе хорошо шла, может, она первое место. Так, ничего мне попытаться. Что пойти? Эй, не надо тут нам. Абсолютно выиграно. Это вы про мою позицию? Я не думаю, что она абсолютно выиграна, но. По крайней мере, не проигранная. Да черт, сейчас я могу еще и этому проиграть. Так, не хочу. Все, больше проигрывать я никому. Сегодня я уже напроигрывала тут хороших позиций. Не согласна. Так, без добавления, кстати, играем. Так что надо это шевелить. Шевелиться. Шевелиться и шевелить. H5 пойдет сейчас. Сейчас мне по линии аж просто хотят мат поставить. Надо к этому подготовиться хоть чуть-чуть. Вот G5 какой-нибудь. Или F5, F4 хотя бы. F5, F4. F5, H5. Ан, так. Белопольных слонов хочет разменять. Что там будет? Допустим, так. B5 только вот не проведешь, да? Может, А3 пойти? А3, B3 ни к чему не приведет. С6 все равно не могу. Как мне из этой выбираться ситуации? Меня переводит. Может, F5 провести? Такое, конечно. Затея не самое, наверное, хорошее. Ну а что мне делать? На том фланге я ничего не могу. Так, без добавления. Сейчас жесткая будет рубка.
Бабёрские попёрли. Так, b4. А если промежутки взять, может g3 пойти? Конь e4 берет. f3, ладья g3. Беру-беру. Нет, ладно, так. 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 Ход нашел. Смотрим. Мат. Да, ну классная партия, кстати. В конце его все равно тут зажало по полной вообще. Ну он сразу, ой-ой, давай еще, давай еще. Давай еще. Белыми ты еще раз тебя обыграй чуть. Что мне? Russian chess school. Ай! Не хотела каталон катать. Каталон, что говорю тут? Так ее. Ладно, кот с криво сыграем. Этот, Грюнфельд, неохота мне сейчас играть было. Сейчас надо хоть хуже не получить. Я потому что кривой косой вариант тут играю. Какой-то. Особо хороший, мягко говоря. Ура! С дебюта опять тут. Не айс. Айс-айс, бэби. Дебюта не айс. Ну что ж. Что же? Слон Е6 есть ход. Так пошел. На пешку напал. Айс-айс, бэби. Давай d5 хотя бы пойду. Иначе вообще не пойду d5. Ферзь c4. Ой, под слон f5 пошло. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зачем? Еще бы 5 добавят. Ну ладно, давай. Спасибо, Роман. Приятно слышать. Оценили мою прическу. Так, подождите, ну что-то у меня все пешки висят. Не хочу я ему проигрывать. Нет, нет и нет. Никогда в жизни. Так. Так, на минуту меньше. Собралась. Секунды не добавляется. Нельзя время терять. Ничего. Бразильцы, они в футбол только хорошо играют. В шахматы мы их обыграем. Главное не переживать. Бразилеро. Футболеро, бразилеро. Так, ферзей менять не вариант. Давай назад. Так, боберский. По белым полям боюсь мимат просто там где-нибудь. Нет, слон d5 берет. Я напала. Он ушел. Давай так. Плохая позиция, все фигуры где-то там.
за горизонтом, но мы сейчас подпрыгнем. Черт, придется ферзи менять. Плохо! Ну ладно, пешку не потерял зато. Так, пешак мой съест. Как мне его защищать? Так, что ли? Плохая защита. d2, да? Что делать с этим всем? Все висит. Очень плохо. d2. Жалко слона, конечно. Плохо-плохо-плохо. Тут висит, там висит, тут висит. Там висит, и тут висит. И там висит. И здесь висит. И там, и тут, и там. И здесь, и там, и тут. Сейчас пешку просто бобра сейчас проведет вперед, и все. Сейчас мы вилку поставим на f6. Вот смотрите. Коварный план. Эх. Будет коварный план. Бразилеро футболеро. Комбо-2. Последнюю пешку сейчас профукаю. А, ладно, слоном берет и все. Ну да, ладно, тут времени не было. Ой, не сел. Только может тогда еще успею что-нибудь намутить? А, ну второй раз отдал. Ладно, давай еще раз. Согласна. Или не хочет. Ну ладно, сам не вызывать не буду я его вызывать. Нет, нет, нет. Не уйду, пока две подряд не выиграю. А, смотрите, захотел сразу. Давай. Где ты? Две подряд, пока не выиграю у него, не уйду. Да не, он не сильный, это я слабая. Да с этим не хочу, но что он все время... Как не это, он как будто он следит за мной просто. Я знаю. Все время тут как тут. Надоел уже. Каждый раз, когда я захожу. Все, не хочу с тобой. Не надо за мной следить. За Барселону или за Реал Мадрид? Да ни за кого, мне вообще все равно. Никто мне из этих команд не нравится. Никакая. Ну что? Кто? Кто это? Ну вот опять без звания, я не... такое сомнительное мероприятие. Ну ладно, сыгранем, давай. Посмотрим, что у нас с этого выйдет. French defense. French defense. Ческом? Ну, может, и можно заблокировать, но за что я его заблокирую-то? Как-то не за что мне вроде его блокировать. Только потому, что мне неохота с ним играть, что ли? Ну, можно. Типа, сори, парень, но с тобой играть не буду. Не, ну я же не обязана, что он мне. Просто мне не надоедает, что каждый раз он меня вызывает и вызывает. И дает ослабиться. Так. Давайте так пойдем. Препятствуем ходу b5, чтобы висело. Вот этот дурацкий Гринфельд разыграл, как через пень колоду в прошлый раз. Только поэтому сейчас играю еще одну пассию. Конь b5 скакнет. Конь b5, a3. Может, a3 сразу пойти, чтобы не ждать, когда... Конь b4, точнее, не b5, b4.
Ну, а три там всегда надо смотреть, как бы не пожертвовал слона потом. Будем верить в лучшее. Верим в лучшее. Б5 все равно. Слон С5. Б4, что ли? А Б, конь Б4. Слон Е7, ладья С3, да? БС. Ферзь А2. Там же вроде король С1. Классно выглядит. Нет, там я боюсь мне мат поставить. Так, как что еще можно? Ну, Б5, может, тогда съесть? Нем. Что-то слон С5, Б4, не могу там досчитать. А Б, конь Б4, слон Е7, ладья С3 удар, БС там ходы. Не все было понятно. Здесь тоже, конечно, грозит много всего. Ладья Б8, самая главная угроза, естественно. Слон А3 не грозит. Ладно, боберский давайте. Что я делаю? Я даже не вижу, что у меня ферзь висит. Ладно. Отвлеклась. Так. Что там? Едят пешку, да, мне просто, что ли? Вроде нельзя пока. Ладья Е1 вроде. Ну, опасно. Так. 5 висит. Ладья Е1, конь Е4. Ладно, так, пойду. Конь Е4. Взяли, взяли, взяли. И слон Д2 исход. Пока на Е4 бить нельзя. Конь F5. Возьмет и ферзь F6, да? Так, какие еще варианты? Так, пока. Мне конь F5 вообще нельзя, у меня слон на F4, на E3.
Так, как бы перестроиться? По времени попадаю. Какой-нибудь Я понимаю, его надо ставить, похоже. Не могу ж съесть. Срубил он флаг. Нормально. Могу срубить флаг. Еще сыграю немножко. Алекс. Так, пока. Да, кто-то еще смотрит. Не все разошлись, это хорошо. Молодцы. Лайк уже все поставили, кто только мог. Первая женская, ну сейчас глянем. Ну вы же можете, Миша, посмотреть, чего вы меня 500 раз одно и то же спрашиваете. Вы же сами можете открыть таблицу и посмотреть, что там. Не проблема же. Если вас очень первое женское место интересует. Я, конечно, понимаю, что вас очень интересует это. То самое первое женское место. Ой, что-то ферзя взяла зачем-то. Конем хочу ходить. На Б3 пока залезу. Толком ничего не дает, да? Так, главное времени терять. Так, такой исход. И на 4 цинично отъесть.
Цинично пешечку. Хром-хром. Ферзь b5, правда, может? Хром-хром. Нет, не может. Значит, пешку съем, что мне? Пешки дело такое. Так, еще на e4 могу хром-хром. Why not? А, у меня тоже хром-хром что-то на e5 съест. А нет, наверное, на d2 еще есть ход. Так, главное внимательно не зевнуть. Конь d5. Да не мое оно, не мое! Как оно может быть мое, если я проиграл там партию? Конь c4. Не мое. Конь f2 есть какой-то ход. Конь f2, конь e5. Не, конь f2, конь e5 есть. Какие еще варианты? Ладно, назад. Назад. На b7 висит. Неохота отдавать. Так, что ли, пойти? Ой, время, давай! Быстрее! Без добавления играем. Думай, думай, думай. Быстро, быстро. Так, так, так. И сяк, сяк, сяк. Есть. Так, пока вроде еще ничего не съест. Сразу. Может, конь f6? В конце концов, сходить. Что-то появилась мысль на c1 уже ударить. Я думаю, что пора. Это пешка. Не орешка. Конь c4, да? Слоном бить не могу. Шах. Шах отойду. Так, все тут надежно расставила. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, ну грамотно. Победа! Вернул я свой рейтинг, по-моему, потерянный в этом титульном вторнике. Так, ладно, давайте на вопросы поотвечаю, может, пойду уже. Какие тут вопросы? Так, вот Михаил пишет, живет в Бостоне. В чем секрет популярности шахмат? Ну, я не скажу, конечно, что шахматы так прям популярны, да? А среди интеллектуальных игр секрет шахмат в том, что
игра, которой можно все время учиться, очень много неизведанного, все не прочитано в шахматах, поэтому очень много возможностей для проявления своих творческих способностей, анализа и так далее. То есть шахматы — такая игра, которая всегда интересно заниматься, все время узнаешь что-то новое, как-то меняешь свой взгляд вообще на игру, и стиль меняется со временем. Поэтому всегда интерес сохраняется и не гаснет. «В каких лайв-турнирах будете играть?» — спрашивает Олег. Ну, в этом году я планирую играть, как всегда, летом где-то, в опене по-любому сыграю, и в октябре, как обычно, испанскую лигу буду играть. Ну и все-таки я надеюсь, что в следующий раз чемпионат мира по рапиду и блицу не будет таким спонтанным, какая-то будет заранее ясность, понимание, где он будет и как он будет, и все-таки тогда постараюсь поехать на чемпионат мира по рапиду и блицу. Такой план. Так, ну ладно. Какие творческие планы? Спрашивает Евгений. В плане шахмат? В плане шахмат планы усиливать игру. В этом году, я думаю, будет много онлайн-турниров, в том числе женских. Спид-чес будет вумен. Поэтому я хочу в женских турнирах максимально хорошо выступать онлайн. Ну и в мужских тоже. Вот партий много хороших. Стабильности не всегда хватает. То есть по игре-то хорошая ситуация. Главное в конце вот дожимать как-то себя, настраивать на это, тренироваться, больше играть в блиц, наверное, чтобы в конце на секундах не терять нить. И делать точные ходы. Ну, по крайней мере, не зевать хотя бы, да? Или как сегодня там забыла пешку провести. Что вот таких ляпов не делать. Для этого надо больше играть, больше времени этому уделять. И так далее. Поэтому в этом году у меня вся направленность на онлайн-турниры. На женские турниры в первую очередь. Постараюсь в них максимально хорошо играть. Вот. Потому что, в принципе, я знаю, что могу показывать любой результат, но в плане и первых мест в женских соревнованиях, любых при том, неважно, кто там будет играть, все возможно, надо просто стабильность, над стабильностью поработать как следует, да, вот, чтобы не было провалов в партиях, в течение одной партии, чтобы не было провалов в турнире. Потому что по турниру тоже бывает, иду иногда 5 из 5 бывало, да, потом 2-3 проиграю. Но это же ненормально, надо как-то держать, не стараться не проигрывать подряд. Хотя по-разному бывало. Бывало, наоборот, там 4 подряд выигрывало. Защиту Грюнфельда еще, да, надо доработать белыми. Когда в Россию собираетесь? Ну, я была на Новый год, 3 недели я была. Поэтому пока не собираюсь, а там посмотрим, как получится. На новогодних праздники все провела. Поэтому стримов мало было, не до этого все-таки хотелось как-то время провести активно. Так, ну хорошо, я надеюсь, что до 50 лайков доведем еще. Может, кто-то из вас еще не поставил. Поставьте, пожалуйста. Сегодня был неплохой турнир, по крайней мере, по партиям, по игре. По результату не очень. Были хорошие шансы, не выигрывала. Ну ничего, втягиваемся. Следующую неделю также планирую играть. Сейчас несколько вторников пропускала, у меня урок был. По вторникам сейчас перенесла, чтобы почаще все-таки играть в титульном, потому что все-таки в титульном вторнике всегда играешь с максимально сильными соперниками там, особенно когда хорошо идешь, да, и это хорошая тренировка, надо чаще стараться играть. Не всегда получается, но так вот. Магнус выиграл, оказывается, Мамедьярова. Интересно, каталонское у них было, да, там, ладья 6 какой-то перевод. Но я до конца еще не видела, я сейчас посмотрю, конечно, что там было.
Да, также хочу сказать спасибо Евгению. Евгений, спасибо. Даже, наверное, догадываюсь, какой именно Евгений. Спасибо тебе. Вадику, спасибо. Вадик, тоже догадываюсь, какой Вадик. Завтра в инсту запилю фоточку с какао утренним. Вот. Ладно, спасибо всем за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте, ставьте лайки. В четверг обучающее видео. На этой неделе еще один стрим проведу наверняка. Думаю, что в пятницу будет. Опять будем решать задачи, поиграем в Блиц. Ну, надеюсь, что мои партии вам сегодня понравились, были, в принципе, интересные. Проанализируем ошибки. Дальше больше. Вперед к победе. Так что стремимся к лучшим результатам. Всем спасибо за внимание. Хорошего вечера. И до новых встреч!